Лиза. Ко мне обращайтесь. Как мне повезло, что я тебя нашел. Я вообще ничего не помню. Лиза. Здесь все чужое, понимаешь? Я сразу сказал, что мы сильно рискуем, оставляя ее здесь. Я больше никогда ничего не вспомню. Я должна вспомнить. Здесь указано, что вы умерли год назад. У меня случился выкидыш, я из-за этого попала в психушку, потом я потеряла память. Так может, я убила кого-нибудь, а? Лиза! Вчера ночью была убита ваша соседка, Надежда Захарова. Ну, могла она его задушить. Да ты знаешь, какая сила у этих психов, когда они с катушек слетают. Не подходи! Дай топор, пожалуйста. Ты же мне вчера сказал неправду. Оля, ты хоть знаешь, чем она больна? Она убийца, пойми, я не оставлю ее в одном доме наедине с тобой. Я уже никому не верю, понимаешь? Я даже себе не верю. Кто тебя послал? Мне никто не посылал. Да, да ты же совсем свихнулся от своей любви, прав? Если я действительно могла его убить. Ничего не могла. Ты же пойдешь как сумасшедшая. Я не сумасшедшая, понятно? Тебе грозит реальная опасность. Я ничего не чувствую. Как будто какой-то другой человек. У меня самой нет живых, ты это понимаешь или нет? Темные лабиринты прошлого. Скоро на нашем канале.